Здравствуйте, в студии Ленара Строчкова. Спонсор прогноза погоды – компания «Эмиль», одна из крупных фирм Республики Казахстан по переработке молока и выпуску молочной продукции. На сегодняшний день «Эмиль» производит 120 позиций молочной продукции и более 100 видов мороженого. Последние апрельские выходные ожидается потепление. Днем температура в регионе составит от плюс 10 до плюс 14 тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный и южный со скоростью до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 722 миллиметра ртутного столба. До Пасхи остается ровно неделя, а это значит, что в воскресенье отмечается светлое вербное воскресенье. Примите самые добрые поздравления в этот праздник. Пусть плохое останется позади, а впереди будет солнце, радость и счастье. Теплая весенняя погода установится в регионе на следующей неделе. Ночью ожидается от плюс 5 до плюс 14 тепла. А в дневные часы можно рассчитывать на плюс 15, плюс 24 градуса. Переменная облачность без осадков. Ожидается юго-восточный с переходом на юго-западный ветер со скоростью 7-9 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 718 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды – компания «Эмиль». Желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь с нами на Пятом. Это наш родной край. Казахстанские Альпы. Среди горных вершин восточного Казахстана раскинулись живописные луга и голубые озера. Здесь начинают свой путь натуральные молочные продукты «Эмиль». Используя молоко лучших крестьянских хозяйств восточного Казахстана, мы превращаем его в натуральные продукты, бережно сохранив всю природную пользу. «Эмиль» – молочные продукты из казахстанских Альп.